Доброе утро. Доброе утро. Манчо, какой сегодня день? Вторник, сеньор Руфина. Сегодня у нас урок по языку. Хорошо. Мы поговорим о Лазаре. О чем? О Лазаре. Знакомы с Жюлем Верном? Ты? Он живет в нашем районе. Да, сеньор Руфина, он писатель. Порядок. Тихо. Тихо. Оскар, говори. Я прочитал несколько книг Жюля Верна, а мой отец просто обожает его произведения и до сих пор перечитывает. Да, конечно. Конечно. Воистину, Жюль Верн был великим гением, предвестником, предвидевшим будущее задолго до того, как оно стало реальностью для остальных. Луч смерти. Ребята, луч смерти — это не шутка. Он существует, хотя сейчас его называют лазером. И что же это за лазер? Усиление света за счет стимулированного излучения. Излучение. Слово «лазер» является акронимом этого понятия. А что такое акроним? Это сокращение первых букв определения. Но есть еще одно слово. Потому что лазер — это акроним этого определения на английском языке. Ах! Это очень простое устройство. Синтетический рубиновый стержень окружен спиральной стеклянной трубкой. Активация рубина создает лазерный эффект, который может прожечь самые твердые вещества всего за несколько секунд. А какое самое твердое тело? Алмаз. Лазер имеет множество научных и технических применений. В медицине, астрономии, ядерной физике, инженерии, телекоммуникациях, компьютерах. Я бы даже сказал, что нет такой области, где лазер не может быть успешно применен. А где можно увидеть лазер? В специальных лабораториях. Я бы хотела попасть в лабораторию. Мы пойдем. Даже завтра. Да. Представьте, у вас есть лазер, который занимает мало места, и вы непобедимы. Кроме того, он подходит для всего. Открывать консервные банки, общаться с Луной, видеть марсиан, и кто знает, что еще. Ладно, ладно, и что еще? Не говори ерунду, что бы мы делали с лазером? Папа. Привет. Ты, как всегда, не думаешь. А я думаю, и если бы у меня был лазер-помощник, не говоря уже о тебе. Привет, Кина. Папа, ты уже закончил хижину. Это был последний гвоздь. Вы опоздали. Я уже начал беспокоиться. Папа, получилось очень круто. Что думаете? Супер, фантастика. Эй, помогите мне. Это Калинес. Давай, спускайся, не бойся. Осторожно. Я убежала из дома. Ну, это нехорошо. И зачем ты это сделала? Дома все очень перепуганы из-за похищения. Какого похищения? Маленького 5-летнего мальчика похитили. И требуют за него выкуп. Невероятно. Да, по телевизору показали несколько его фотографий. Вот почему меня не выпускали, понимаете? У нас в студии экстренная новость от полиции. В районе порта был обнаружен заброшенный автомобиль, который принадлежит семье Эскальяра. Как стало известно, именно на нем было совершено похищение маленького Тони Эскальяра, который до сих пор остается пропавшим без вести. Сегодня утром родители Тони получили анонимный звонок с требованием огромного выкупа за его освобождение. Чтобы ускорить поиски, мы предлагаем вашему вниманию фотографию жертвы этого ужасного преступления, мальчика Тони Эскальяра. Мы призываем всех, кто может помочь в раскрытии этого преступления, обратиться в полицию немедленно. Следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе событий.
Пойдем. Нам завтра рано вставать. Прошлой ночью я видел похищенного мальчика. Это невозможно. По телевизору. А, я подумал, что ты увидел его вживую. Может быть, сфокусировав лазер, мы сможем увидеть его. Может быть. Да. Они уже приехали. Я сейчас подойду. Проходите, проходите, проходите. Не толкайтесь, не трогайте ничего и внимательно слушайте объяснение. Дон Руфино, как я рада вас видеть. Это моя лучшая ученица. Ну, а вы меня тоже ругали. А вы его сильно злите? Нет. Да-да-да. Хотя и не так сильно, как ты. Проходите, проходите внутрь, проходите, проходите. Не трогай лазер. Это опасно. Садись. Я покажу вам презентацию о возможностях лазера. Лазер смог преодолеть 56 миллионов километров, которые отделяют Марс от Земли за 20 минут. Первый лазер был открыт Таунсом, Басовым и Прохоровым в 1961 году. Лазерный луч — это продукт энергетической стимуляции определенной... Дай мне блокнот. Я зарисую. Это будет не так просто. Это легко. Вот, держи. Ты уверен? Да. Посмотрим. Здесь абсолютно ничего не видно. Ученые прошлого тоже не имели электрического света. Просто они могли заниматься наукой днем. А у нас из-за школы ни на что не хватает времени. Наконец-то, у нас есть полные чертежи. Запиши: деревянная основа, электрический кабель, вилка, резистор, спиральная стеклянная трубка, красный стержень и металлическое кольцо. И ты думаешь, что этот красный стержень, окруженный спиралью, даст какой-то результат? Конечно. В спираль вставлено электрическое сопротивление. Затем свет концентрируется на стержне, и все. Какой свет? Я не видел никакого света. Конечно, ты не видел, потому что аппарат не был включен. Его не собирались включать специально для тебя. Я также обратил внимание на лампу, на спираль и на провод. Ты всегда суешь везде свой нос. А теперь за работу. Вот и все. Теперь нужно его протестировать. И осторожно, чтобы не оказаться перед лучом и не превратиться в жареное место. Конечно, следует быть осторожным. Если нацелить его на центр Земли, то можно уничтожить антиподов. А если на небо, то уничтожить звезду. Черт побери, с этим не шутят. А кто говорит о шутках? Это всерьез. Вы просто испуганы до смерти. Все, с меня хватит. Я точно ухожу. Я не хочу иметь ничего общего с твоим лазером. А зачем нам вообще этот лазер? Вы уже забыли о похищении. Если мы найдем след Тони, что ты тогда скажешь о лазере? И как мы будем использовать лазер для спасения Тони? Не знаю, я подумаю.
Папа, папа. Вот мы закончили с лазером. Вы проверили его? Завтра проверим. Сегодня не успели. Посмотрим, какие тесты мы можем провести. Я подумал, что для него нужен футляр. Это здорово, пап. Очень здорово. Рад, что тебе нравится. Он раскладной, так что тебе будет удобно им пользоваться. Мончи и Перика его боятся, но я сказала им, что он пригодится для спасения Тони Эскальяра. Если ты так считаешь, то почему бы и нет? Жертва похищения. Мальчика так не нашли. Спокойной ночи, Кина. Подойди ближе. Ты хочешь поговорить со мной? Да, Оскар. О чем? Спроси меня. Ты много знаешь? Довольно много. Хотя, как и любой мозг, я могу ошибаться. Что тут поделаешь? Никто не идеален. Как ты можешь функционировать, если не подключен к электричеству? Тебе нужно подключаться к электричеству, чтобы мыслить и мечтать. Нет. Так вот, мой искусственный интеллект независим. Он функционирует самостоятельно, так же, как и человеческий мозг. Ты все можешь. Многое, но не все. Никто не может знать и мочь все. Можешь ли ты, например, сказать мне, где Тони? Дай мне входные данные, чтобы активировать мою нейросеть. Тони Эскальяр, 5 лет, светловолосый, голубые глаза, похищен 5 дней назад. Живет в верхней части города. Теперь тишина. Я фокусируюсь. Это он. Пожалуйста, не кричи. Я очень чувствителен к шуму. Говори тише. Извини. Все хорошо. Давай попробуем еще раз. Где он? На заброшенной ферме. Где находится эта ферма? Подожди. Подключаюсь к своей базе географических данных. Это находится в Дардине. Но где это? В Галисии. Ты не знал? Что ж, сынок, тебе еще нужно учиться.
Последний вопрос, если ты не слишком устал. Спрашивай, только быстро. Хотя я обычно не устаю, но кто знает. Как я могу освободить Тони? По закону нужно пойти и сообщить в полицию. Тише, я должен идти один, понимаешь? Нелогично, чтобы гусь пошел в полицию. Куда ты идешь? Хочу увидеть начальника. Зачем? Личное дело. Рассказывай. И помни, что все, что ты скажешь, будет записано. Ты должен будешь подписать это и нести за это ответственность. Тони Эскальяр находится на заброшенной ферме. Пиши. Тони Эскальяр находится на заброшенной ферме. Что? Откуда ты знаешь? Где эта ферма? В Галисии. В Галисии? Но Галисия же большая. Я знаю город, но сейчас не могу вспомнить. Боже мой. Но я знаю, как выглядит эта ферма. Я видел ее. Ты видел? Да. Может, хватит рассказывать бабушкины сказки? Видел, видел. Это каменный дом с черепичной крышей, и он находится на повороте дороги с множеством деревьев. А откуда ты все это знаешь? Либо ты издеваешься, либо ты что-то знаешь, и это уже не игрушки. Может, твой отец замешан в этом грязном деле? Я видел это во сне. Много раз я видел вещи во сне, а потом они сбывались. Поверьте мне. Убирайся. Давай, убирайся, если не хочешь, чтобы это плохо кончилось. На этот раз я тебе прощаю, но если ты еще раз появишься здесь со своими снами, ты узнаешь, что такое настоящие неприятности. Я ходил в полицию. Я знаю, и они не восприняли тебя всерьез. Я также знаю, что тебе стоило попытаться. Взрослые не понимают. И что мы будем делать? Мы не можем сидеть сложа руки. Конечно, нет. Оскар, готовься. Мы едем в Дардине. Хорошо. Папа, у меня есть след Тони Эскальяра. Он в Галисии. Полиция меня не захотели слушать. Я спасу его. У меня есть могущественный союзник. Ничего не говори полиции, ты можешь все испортить. Доверься мне. Целую тебя, Оскар. Нет, Кина, ты не можешь пойти с нами. К тому же мы скоро вернемся. Сама увидишь. Тихо, Кина, ты разбудишь папу. Можем ли мы взять ее с собой? Она мой лучший друг, понимаешь? Тебе будет трудно с нами двумя. Ах, да, мой папа сделал ей поводок и ошейник, чтобы она не убегала, когда я хожу с ней по городу. Ладно, ладно, пусть идет. Когда-нибудь это нам поможет. Эй, иди за поводком. И захвати свой плащ, будет дождь. Ура! Не кричи. Что мы делаем? Мы возьмем самолет. Но у меня нет денег, только 7.50. Не волнуйся, мы поедем бесплатно в кабине. Но нас не пустят туда. Посмотрим. Дьявол, что же теперь делать? Проклятый дождь. Посмотрим, что тут сломалось. Давай, садись немедленно. Залезай. Он меня отругает. Зачем мне брать такси, если у меня нет денег? С этого момента ты невидимый и бесшумный. Более невидимый и бесшумный, чем призрак. Понимаешь? Давай, садись уже наконец. Черт побери. Почему это случилось со мной именно сейчас? Проклятие. Направь меня на таксиста. Я приказываю тебе ехать в аэропорт, добрый человек. Великолепный. Это магия? Скажем лучше, чем мысль человека. У него была сила, которая теряла. Но цивилизация меня еще не испортила. Ждать, я приказываю тебе идти домой отдыхать.
вкусно пахнет. Ты голоден. Как волк. И Кина тоже. Тогда налетай, выбирай напиток, который тебе нравится больше всего. Но это же воровство. Ты голоден, не спорь, я знаю о добре и зле гораздо больше людей. Мой бутерброд. Где мой бутерброд? Я откуда знаю? Я не справочное бюро. Дай мне мой бутерброд. Я тебе его уже отдал. Хочешь еще один? Повтори заказ. Отправляется рейс 892 Сантьяго де Компостела. Просьба пассажиров пройти на посадку. Идем. Это наш рейс.